Задание 2. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпавших в Томске с 8 по 24 января 2005 года. По горизонтали указывается число месяца, по вертикали количество осадков, выпавших в соответствующий день в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа в Томске впервые выпало 0,5 мм осадков. Итак, по горизонтали у нас отложено месяца. По вертикали количество осадков в миллиметрах. Необходимо найти точку, которая впервые соответствует уровню 0,5. Смотрим, где находится этот уровень. По графику видим, что впервые ровно 0,5 мм осадков выпало 17 числа. Таким образом, получаем ответ 17.